Приветствую вас, дорогие мои телезрители православного телеканала «Союз». Я дед Еремей. Завтра на календаре 9 апреля. В этот день наши бабушки и дедушки по приметам судили о грядущей погоде. При таянии снега образовалась плесень к обильному урожаю грибов. В старину говаривали: «Ломота к ненастью, а икота к ветру». Петух днем не поет. К осадкам через 2-3 дня. А какая же погода ждет нас завтра, 9 апреля? Сейчас я вам об этом поведаю. На хуторе Грушевый Нижний Шпаковского района Ставропольского края похолодает до 12 градусов, а в последующие дни будет еще прохладней. В деревне Грушевка Инжавинского района Тамбовской области за окном плюс 7 градусов и осадки. Дождь идет уже несколько дней, а вот послезавтра осадки прекратятся. Правда, ненадолго. В поселке Грушевский Волоконовского района Белгородской области плюс 9 и опять дожди. Эх, погода! Когда ты уже сельчан солнышком порадуешь? На хуторе Яново-Грушевский Октябрьского района Ростовской области воздух прогреется до 7 градусов. И тут ничего нового. Опять дождь. А напоследок хочу пожелать вам, мои дорогие, пусть, несмотря на погоду, в душе вашей всегда светит солнце, а в доме царит теплота и любовь, как заповедал нам Господь, да хранит вас Бог.